Пряжа Alize Buffy Moore. Мотки достаточно большие, один весит 150 грамм и в нем 11,5 метров пряжи. В составе 100% микрополиэстер и вот значки по уходу за изделием. Много пряжи Alize Buffy Moore есть на сайте AliYarn. Думаю, многие из вас знают уже об этом магазине. Посмотрите, какая палитра у этой пряжи. Вы сможете выбрать на любой цвет и вкус. Я вязала свой плед, используя цвет номер 62-65. Вот этот. Мне понадобилось всего лишь 4 моточка. Добавляете нужное количество пряжи в корзину и обязательно в строке, где нужно указать промокод, пишите ACMAN. Нажимаете кнопочку «Применить», и в таком случае у вас будет скидка 3% не только на данную пряжу, а на весь ассортимент пряжи магазина AliYarn. Данная скидка действует для всех моих подписчиков. Петли такого же размера, как и у Alize Puffy Fine, из которой мы вязали с вами плед «Глубина». Производитель пряжи разместил петли в два ряда. Вот таким образом размещены петли разного цвета. Петли находятся четко друг напротив друга. Так как у меня уже есть готовый плед «Глубина» 2×2,20 размером, с этого пледа я сняла мерки по ширине на лицевой глади в 20 сантиметрах 16 петель. Умножаем 20 на 3, получаем 60, и в 60 сантиметрах получается 48 петель. Из вот этой пряжи Alize Puffy Moore я решилась взять плед 65 сантиметров по ширине. Значит, нам надо еще 5 сантиметров к 65. Это 20 делим на 5, получается 4 петли в 5 сантиметрах. К этим 48 петелькам прибавляем еще 4 петли, получаем 52 петли. Раппорт узора, который я выбрала, 4 петли. 52 делим на 4, получаем 13 раппортов по всей ширине пледа. Друзья, я под видео оставлю фотографию вот этого описания. Размер пледа, расход пряжи на этот плед. Любой жаккардовый рисунок можно найти на Пинтересте. Вот я зашла, узор жаккард схема написала. И здесь невероятное количество жаккардовых схем. Смотрите, вот даже такая есть интересная с сердечками. Я нашла вот такую интересную схему и выбрала схему вот эту под номером 8. Смотрите, какие еще и рядышком есть. Вот такая симпатичная. Как раз для мальчиков или для девочек. Это такие универсальные схемы. Смотрите, вот это красивое, вот это. Можете выбрать любую. Выбирайте, друзья, любой жаккардовый узор для вашего пледа. Сейчас мы с вами свяжем мини-пледик, и я покажу, как удобно вязать из данной пряжи. На листике я нарисовала для себя схему. Высоту 4 ряда раппорт, ширину 4 петли. Если вы хотите сразу вязать плед, то набираете 52 петли, а если хотите потренироваться, набираем 12 петель, 3 раппорта по 4 петли. Ну и конечно же, вы можете делать любую ширину пледа, какую захотите, хотите 1 метр в ширину, 2 метра, 1,5. Вот таким образом делайте расчеты на нужный вам размер пледа. Сейчас разберемся, как вязать из такой пряжи. Так как петли размещены в 2 ряда, то мы будем вязать с вами сразу 2 слоя пледа. Лицевую сторону и изнаночную. Смотрите, вот у меня лицевая сторона, светлый фон. И на светло-сером фоне жаккардовый рисунок вывязан темно-серым цветом. С другой стороны, получается наоборот, на темном фоне жаккардовый рисунок вывязан светлым цветом. Сейчас покажу, как сделать вот такой аккуратный край в виде косичек. Если по-другому поднять петли для этого пледа, то эффект здесь будет совсем другой, неаккуратный и некрасивый. Вот так пледик смотрится сбоку. Несмотря на то, что мы вяжем сразу 2 слоя пледа, вот это, например, лицевая сторона, это изнаночная, плед не расслаивается. Видите, его нельзя разделить, как-то рассоединить. Для нашего пледа необходимо 52 петли. Первую пару петель оставляем для того, чтобы эти петли разрезать у основания, выпрямить нитки и потом связать и спрятать их. И отсчитываем 52 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас мы с вами свяжем образец из 12 петель. Вяжем так. Вторую петлю протягиваем через первую. Вот таким образом. 1, 2, 3. Получается вот такая косичка. Посмотрите, как правильно отсчитать петли. Нужное количество. Итак, первую пару мы не трогаем. Считаем эти косички, вот эти дужки, из-под которых мы будем поднимать потом петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и вот 12 петля. Последняя петля будет выглядеть вот так с готовой петелькой. То есть у вас будет 52 петли и 52 вот так будет торчать. Теперь то же самое делаем
на другой стороне пледа с темно-серым цветом. Протягиваем вторую петлю через первую. Вот таким образом. Получается вот такая цепочка. Видите, две петли находятся друг напротив друга. Далее разворачиваем рабочую нитку. Например, мы начинаем вязать по светлой стороне. Вот так мы поворачиваем. Светло-серые петли в моем случае мы должны протянуть через косичку светло-серую. Первая петля у нас уже есть. Берем петельку на рабочей нитке и протягиваем ее. Смотрите куда. Нужно правильно протянуть, чтобы был красивый край. Вот за эту дальнюю стеночку. Вот она. Берем петлю и протягиваем ее вот так. Берем следующую петлю на рабочей нитке. Вот. Вот косичка. У нее ближняя стенка и дальняя. Дальше от нас находится под нее. Вводим петлю и вытягиваем. Петли темного цвета мы не трогаем, они просто висят. Пересчитайте, у вас должно получиться нужное количество петель. У меня 12, у вас 52 петли, если вы вяжете плед. Разворачиваем. Теперь нам нужно протянуть петли темного цвета. Посмотрите, первая петля у нас уже торчит. Вот эту темную петельку протягиваем так же само. Под вот эти дужки дальние. Вот одна дужка, вторая. Вот так. В итоге получился вот такой наборный край. Петли находятся, видите, друг напротив друга. Далее решаем, каким цветом мы хотим вязать. Например, я хочу вязать вот эту светлую сторону. Кладем изделие на стол или на коленки, кому как удобно. Первый ряд мы будем вязать справа налево. Смотрим на схему. У нас две клеточки в первом ряду светлого цвета, одна темная. Далее раз, два, три светлые, одна темная. Три светлые, одна темная. И заканчиваем одной светлой клеточкой. Кладем ниточку. Она отлично ложится. Темные петли внизу, светлые вверху. Если перекручивается вот так вот по спирали все, то можете просто его выровнять. Хвостик пряжи вот этот не трогаем и вяжем. Две клеточки белого цвета, раз петелька светлая, два. Далее нам нужна темная клеточка. Берем темную петлю и протягиваем ее через светлую. Далее три светлых. Вот они. Раз, два, три. Раз светлая, два. И 3. Далее снова нам нужно темное. Поворачиваем петлю, протягиваем темную через светлую. Дальше 3 светлые. Вот светлая от рабочей нитки и петля на полотне. Главное протягивать петли так, чтобы они не были скрещены. То есть смотрите, не нижняя петля вот так не должна быть перекручена. Не верхняя петля тоже вот так восьмеркой как-то не должна быть скручена. Она должна стоять ровно. Вот так, правая стеночка справа, а левая слева. Так же самое здесь, справа, слева. Вы должны вот так видеть, что она стоит ровно. И это петли. Протягиваем. Вот так. Раз, два. И третья светлая. Далее берем с рабочей нитки темную. Протягиваем через светлую. И последняя петля светлого цвета. Второй ряд, вот направление вязания слева направо. Первая клеточка светлого цвета, 3 темных, 1 светлая, 3 темных, 1 светлая, 3 темных. Ищем, где у нас последняя пара. Вот последняя петля светлого цвета и за ней темная. Светлая — это наша лицевая сторона, на которой мы сейчас работаем. Темную мы пока не трогаем, это изнаночная сторона. Видите, можно посмотреть на полотно сверху. Вот так. И увидеть, вот лицевая сторона, вот изнаночная. Работаем с петлями на лицевой стороне. По схеме вяжем светлую петлю первую, разворачиваем рабочую нитку, вставляем светлую петлю. Далее нам нужно 3 темных. Поворачиваю рабочую нитку, берем 3 петельки темного цвета, протягиваем их. Раз, два, три. Далее нам нужна светлая одна. Протягиваю светлую. Вот так пара петелек стоит рядом. Далее по схеме 3 темных. Раз,
два, три. Следующая нужна светлая. Вот она с рабочей нитки. Одна светлая. Далее три темных. Раз, два, три. Третий ряд вяжем справа налево. Первая клетка светлая. Далее три темных. Светлая, три темных, светлая, три темных. И так вяжем на нужное количество петель. Вяжите, пожалуйста, внимательно вот эту лицевую сторону пледа. Если вы на ней не сделаете ошибок, то на изнаночной стороне у вас, естественно, не будет ошибок. Если вы сделаете здесь ошибку, то у вас будет и на изнаночной стороне также ошибка. Придется все распускать. Итак, вяжем третий ряд. Выровняем петельки для третьего ряда. Вот последняя пара. Первая петля нам нужна светлого цвета. Поворачиваю нитку. Беру вот новую пару на рабочей нитке и светлую петлю протягиваем в темную. Далее три темных. Сейчас развернем рабочую нитку. Следующая пара. Вот она. Я беру эту петлю, вставляю сюда. Раз. Далее следующая пара. Два. Три. Далее перекручиваю, беру белую, светлую вернее. Раз. Далее три темных надо мне. Раз, два и третья темная. Три. Далее светлая нужна. Снова три темных. Провязали третий ряд. Четвертый ряд вяжем слева направо. Две светлые, одна темная в начале ряда. Далее 3 светлые, 1 темная, 3 светлые, 1 темная. И в конце ряда будет 1 светлая. Ищем, где у нас последняя пара петель на полотне. Вот она. Поворачиваем рабочую нить. Берем светлую петлю с рабочей нитки. Со следующей пары вставляем 1. Следующая 2 светлая. Дальше темная нужна. Смотрите, я беру темную. Из пары петель берем темную. Далее нужно взять 3 светлых подряд. Раз, два, три. Далее темная. Снова 3 светлых. Раз, два, три. Одна темная. И в конце ряда будет одна светлая. После провязывания четвертого ряда рабочая нить находится вот здесь, видите, в правом углу. И далее мы продолжаем вязать, начиная с первого ряда, справа налево. То же самое, 2 светлые, 1 темная, 3 светлые, 1 темная и так далее. Далее второй ряд слева направо, третий справа налево, четвертый слева направо. Таким образом вяжем нужное количество рапортов по высоте на необходимую длину пледа. Нужно связать полностью лицевую сторону пледа. Далее мы переворачиваем, это изнанка. Находим угол, любой, правый или левый. Берем первую петлю, вот она нижняя. Далее ищем напротив нее петельку, вот она. Протягиваем вот эту петлю через нижнюю. Далее ищем следующую, что над ней. Протягиваем через эту нижнюю. Далее берем соседнюю петлю, самую нижнюю, из нижнего ряда. Протягиваем. Далее берем следующую. И та, что над ней. Петли четко друг напротив друга стоят, поэтому их хорошо видно. Видите, как протягиваем. Далее берем самые крайние петельки, вот они две, протягиваем верхнюю в нижнюю, так же самое здесь, верхнюю в нижнюю. Мы не смотрим на узор, мы просто делаем это автоматически, просматривая любимый фильм. Вот таким образом. Узор на изнаночной стороне формируется самостоятельно, без нашей помощи, считай. Не нужно тут ничего думать. Главное провязать правильно петли друг напротив друга. Рисунок на изнаночной стороне сформируется сам по себе. Передвигаемся чуть-чуть левее
Берем нижнюю петлю. И можно вязать вот так вот в столбик. Петли, которые стоят в столбике или в ширину. Мне удобно вязать параллельно и делая столбик, и немножко двигаясь по ширине вот так. Таким образом мы закрываем петли на изнаночной стороне до тех пор, пока не поднимемся в самый верх. Вот я закрываю сейчас петли последнего ряда. Получилось вот такое двустороннее полотно. Теперь нужно закрыть петли. Вот вид сверху, вот темная сторона и вот светлая сторона. Закрываем, например, сначала петли темной стороны. Берем крайние петли темной стороны, протягиваем предпоследнюю петлю, последнюю. Предпоследнюю, последнюю. И так до конца ряда. Вот в таком виде оставляем, разворачиваем полотно. И с этого же угла начинаем закрывать петли светлой стороны слева направо. Предпоследнюю петлю, последнюю. Вводим. Так, последние петли закрыли. Вот рабочая нитка и две петли. Оставляем на рабочей нитке. Раз, два, две пары петель, обрезаем ее и разрезаем эти петли, 4 петли у основания. Там такая ниточка. Раз, два. Также разрезаем петли, которые мы оставляли в самом начале вязания. Вот так. Протягиваем темную нить через темную петлю. Светлую через светлую петлю. И осталось спрятать эти хвосты. Мы переплетаем один раз их между собой. Здесь и здесь. Так же самое. Берем темный и протягиваем его подушки петли темной. На светлой стороне светлый хвостик протягиваем через петлю. Нижнюю петлю светлого цвета. И далее нужно спрятать эти хвосты внутрь полотна. Можно взять толстую иголку с большим ушком и протянуть просто вот так под петли. Видите, вот она. Туда вовнутрь прячем. Протянули. И здесь обрезаем. Также само прячем все эти хвостики, затягивая их внутрь нашего двойного полотна. Покажу также, как присоединить новый моток, если закончилась пряжа. Вот последняя пара петель, вот хвостик пряжи, на котором осталось 4 петли. Давайте я провяжу еще одну петлю по узору. У меня должно быть 3 темных, 1 светлая. Значит, раз, два, 2 темные далее есть. Пряжа закончилась. Этот хвостик я оставляю. Вот последняя пара петель. И сейчас мне нужно провязать темную петлю. Я беру новую ниточку. Так же само, крайние 2 петли, вот они уже распустились у меня. Оставляем их. Можно 2 или 4 оставлять крайних петелек. Беру вот эту темную, протягиваю. И все, больше ничего особо тут не делаем. Далее вяжем по рисунку. Вот смотрите, как я играю с этой изнанкой. Вот так вот я поднимаюсь вверх-вверх, закрываю все петли. И вот петли, которые я оставила для хвоста. Я их обрезаю. Вот две ниточки получилось. Здесь нужно быть внимательными, чтобы не разрезать то, что не нужно. Далее вот соединяю вот этот столбик, протягивая петлю верхнюю и нижнюю. Сначала вывязываем узор, а потом спрячем хвосты. С изнаночной стороной вообще легко работать. Вот, смотрите, остались хвостики. Так же самое я их разрезаю. Переплести нужно светлые хвостики вот так вместе и темные вместе. Таким образом, чтобы не было уплотнения. И еще раз светлые в узелок. И темный узелок. Теперь концы вставляем в иголку и протягиваем в разные стороны. Например, светлые в эту сторону, темные в эту,
внутрь пледа. Благодаря расчетам, которые я вам даю, вы сможете связать плед любого размера, разместив на нем любой жаккардовый узор. Например, свой рисунок вы можете разместить в центре пледа, где-то здесь, какой-то круг, по краям сделать какую-то волнистую кайму. Все это можно рассчитать наперед, зная количество петель по ширине и количество рядов в длину. Также на пледе можно вывязать какие-то полоски. Можно поделить его вот на такие два треугольника. Одну сторону сделать темного цвета, другая светлая. Полоски можно сделать, знаете, как у зебры. Можно их вязать не по схеме, а из головы. Еще мне нравится рисунок вот с такими сердечками. Жаккардовый рисунок. По всему пледу можно сделать сердечки. Если это будет большущий плед 2 на 2,20, вы также можете на нем вот сотворить все, что угодно. Для этого нужны точные расчеты. Можно даже взять и сделать, не знаю, фотографию какого-то человека. Или большой цветок в центре. В общем, друзья, фантазируйте. Дала вам идеи. Еще раз напомню, всю информацию читайте под видео внизу в инфобоксе. Расход пряжи, размер пледа и так далее. Лично мне пледик очень нравится. Тепленький получается, такой толстенький, объемный. Буду использовать его в коляске, кроватке. Универсальный узор подходит как для мальчиков, так и для девочек. Пишите в комментариях, как вам такая пряжа, понравилась ли. Мне кажется, это очень классная идея создать такую пряжу для вязания жаккардовых пледов. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, ищите меня в Instagram, подписывайтесь на мой аккаунт и также подписывайтесь на наш YouTube канал, на котором будет еще много-много новых интересных мастер-классов. Всегда жду вас!